Присос. Вчера российские оккупанты пытались начать наступление, причем сразу в трех областях – Херсонская, Запорожская и Донецкая. Украинская армия отбила все наступления, в общей сложности их аж 14. Причем, возле Макеевки нанесли довольно сильный удар. Ну, там получилось как, собрали вот этих мобиков в одну точку, но наши ребята и накрыли. В результате потери больше 500 человек. Остались, что называется, там пару разбежались, и тех взяли в плен. Так что, конечно, сейчас жестче начали воевать. Мобиков стало больше. Но победа нет, не обольщается. Это все четко показывает, что мобики не помогут. Никак. Да, их больше, не спорю. А их бросают в бой, не спорю. Воевать они не могут. Это действительно проблема. Для российской армии. И успех для украинской. Так что победа будет за нами. Пускай не обольщается.